Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Uncharted. Судьба Дрейка, первую часть. И отправляемся дальше. Нам нужно преодолеть какой-то залив. Ну, выбраться из затонувшего города, в котором мы находимся, с помощью вот этого агрегата, который любезно нам предоставили бандиты. Ну, чтобы мы могли выбраться. Так бы пришлось бы плыть вместе с Еленой самим. Как получается. Так, удерживайте... Ага, удерживаю. Я не понимаю, как могла целая колония выпустить из истории? Удерживайте, чтобы плыть назад. Ага. Хорошо, все, я уже умею водить. Похоже, мы тут не чтобы одни. Прицелиться, нажмите L2 и стреляйте R2. Ха-ха. А стреляет-то мы из гранатомета. Откуда у нас столько зарядов, а, Елена? Еще и бесконечных. Обычно у нас больше трех не было никогда. Пали. Нормально пушка у Елены, да? Мне нравится. Мне нравится. Нормально. Мы непобедимы, чувствую. Как на танке есть. Ну, поехали. Поехали, давай поддадим им малость. Дилетантам. Вот так вот. Никто не выживет, я чувствую. Подойди, там еще кто-то. Кто там у нас? Вижу. Вот зараза, что. Убили? Убили. Нормально. Сейчас я бочки уберу, это там совсем плохо у нас. Водоем загрязнен до невозможности просто. Все, я могу проехать, я думаю. Воу! Кто с гранатомета бьет? Вы что, охренели там? Совсем, что ли? Бежим. Пошел вон отсюда. Там еще, по-моему, кто-то был, какая-то блоха. И там, мне кажется, тоже надо почистить. Да, по-моему, кого-то убил. Ну, на всякий случай, думаю, помешает, да, прочистить. И здесь проход. Догнать. О! Ё-моё. Давай. А где тут ускорение у меня? Не знаю. Я выехал? Или как? По-моему, вот да. Оно. Да, теперь бы еще попасть внутрь. А что нам? Я как-то читала о проклятом сокровище. Делать-то надо, да. Ты не думаешь, что... Не говори, что веришь в эту фигню. Ну, я просто... Тут случилось что-то плохое. Не может целая колония взять и исчезнуть. Да. А как это объяснить? Большая пауза была. Нам дали выговориться. Все, нас не преследуют. Там просто застреливали со всех сторон. Бомбили. А тут нам дают свободу, чтобы мы покатались. Прикольно. Ладно, поехали, там ступеньки были. По той лестнице нам нужно подниматься вверх. По-моему, все, да? Ну, да. Спасибо за путешествие. Слышишь, дай мне гранатомет попользоваться, а, до конца серии. Но офигительная же вещь-то, особенно когда у тебя вечные заряды. Куда ты его спрятала? Елен, че, утонул, утопила, что ли? Ну, дает. Такая... Может, по этому канату можно забраться? Пойдем посмотрим. Я останусь здесь, посторожу. А ты пока придумай, как нам попасть в эту башню. Дай гранатомет, говорю. Посторожит. У меня несчастный... Нет, ну это хороший пистолет. Но всего 6 зарядов. Что я с ними буду делать-то? Когда закончится. Дальше что? Вот уже бандиты вокруг. Уже бандюки. Ой. Ой. Хороший, конечно. Хорошая вещь, но... Быстро заканчивается. Как и все в этом мире. Пустите. А что, другого нет способа? Елена, дай гранатомет, говорю, но не будешь ты Еленой. Ладно, погнали. Погнали, как-то сейчас прорвемся. Там вон бочки какие-то стоят. Явно для врагов сделаны. Вот он! Вот он! Стоять. Подожди. Неплохо. Ой, блин. У кого там автоматическое оружие? На меня похож, что ли.
Сейчас попробую. Давай. Вон он где! Все, я убил всех. 6 выстрелов, 6 трупов. Ни одного промаха. Не дать, не взять. Кто там бомбит? Вы что там, охренели совсем, что ли? А, ну, пошли. Елена, это не ты, случайно? Елена, это не ты? Не твой гранатомет? Который все-таки нашли. Мы его убили, нет? У нее должен быть гранатомет, кстати. Неплохо этот у них. Хорошо, они устроили. Смотрите, какие места у них тут. Не, это забери, это 60 лучше. Кто-то там икает. Здрасте. Да сдохнешь ты уже. Ёж-моё, все есть. Готово. Готово. Тихо. Я предупреждаю, у меня психованный УЗИ. Есть. Укрытие! Кто сказал? Держи. Ха-ха-ха. Чтобы выпрыгнуть из-за угла, не хочу я выпрыгивать. Я хочу. Ой, толстяк какой-то. Ой. Слушайте, меня его почти убили уже. Все, я пришел в себя. Спасибо пластырю. Отлично. Поменял руку не туда, куда надо. Ну ладно, нормально. Все, я убил. Еще кто-то. Ты что после? У меня калаш, предупреждаю. Я же говорил? Я предупреждаю. Так, пошли сюда посмотрим. Явно хорошее место, возвышенность. Легкие гранаты. Это что, гранатомет? Ой, какая хорошая вещь. Ой, какая-то. У Елены, правда, вечные заряды были, но это тоже ничего. Враги будут, нет? Я спрашиваю, враги будут? У меня там калаш остался. И чего тут? Придется, наверное, туда идти. Взял гранатомет, а мог раньше брать. Пошли, калаш все-таки там у меня полный этот. Полный магазин. Где он мне? Украли уже, где? А вот он какой. 90 штук все-таки. Вам не шутки. Дайте хоть посмотрю, что тут было. Чем меня туда вот эта камера поднимает? Она тут балкон. Мне туда, наверное, надо, да? О! Серебряная лягушка. Всю жизнь мечтал такой обзавестись. Годится. Давай дальше. Сейчас немножко поползаем по стенам. Ну, попытаемся, по крайней мере, поползать. Мне вообще туда, наверное, надо. Хотя и тут какой-то есть интересный вариант. Вот смотрите, там точно что-то есть. А, напрыгни. Я же говорил, что это есть. А зачем мы сюда прыгнули? Кто под сюда выпрыгнет, давай. Ну так, ну руки ж есть, для чего? Ну чтобы их схватиться за что-нибудь. Ну, что ты за калаш держишься? Поменяй его, кстати. Только в воду не упади. Что, мне реально сюда? А потом обратно придется, если упадешь. А плыть тут... Тихо, я здесь. Так, я это сделал, ну а как мне туда долезть-то? Ха. Чего? Мне просто не хочется плыть к Елене. А вон она стоит, кстати. Ничего не делает, как я ожидал. Подожди, может там был проход какой-то другой? У меня, наверное, сверху туда попасть.
Так это не допрыгну. Ты, конечно, не допрыгнешь. Нет, ну ты сюда допрыгнул, то не допрыгнешь. Допрыгни, давай. Давай. Я же говорил, допрыгнешь, тут же лиана у нас. А лиана зачем нам нужна? Я не знаю, чего нам нужна. Наверное, за балкон зацепиться, надеюсь. Ну, вернее, за карниз. Да, за карниз все-таки. Как это напряженно. Вот это вот сейчас упасть и... Подожди, тут коллаж. Ладно. Опа! Водитель подъехал. К башне. А я тут. Не убей Елену только. Отлично. Ты цел? Да вроде бы как. Готовь свой супер гранатомет. Ё-моё, да? Что это? Расплодились с тобой. Хорош, вынесли. Еще на всякий случай. И чё б мне не дать бы попользоваться этим гранатометом? Здрасте. А, это уже труп, прости, что убил тебя дважды. Кто там? Что? Кто там? Вот. Ох, разрушаемость-то какая, ужас просто. Ну тут сломя голову нестись нельзя, потому что тебя просто застрелят, да и все. Можно было, конечно. Можно, конечно, было рвануть через все вот это вот, что мы видим. Ну, я думаю, нас быстро поставят на место. С Еленой вместе. По-моему, тут уже проезжал, нет? Что, знакомое место? А эти ребята как в Венеции, да? Живут здесь. Так, а ну не высовывайся. Не высовывайся. Я думаю, сейчас справа кто-то будет. Внимание, я говорю. Ой-ой-ой, даже бочки затянуло. Ой, ужас-то какой-то. Блин, мы тут же, по-моему. Ну это же тоже место, или нет? На всякий пожарный сейчас приберу. Приберу там некоторых. Некоторый мусор. Нет, мы не тут же, но очень похоже, очень. Хорошо, когда гранатомет вечный. Тихо. Откуда бьют? По-моему, оттуда били. Так, тут не спешим. Что бегать придется. Нам вот эти ворота надо открыть, которые слева. Или насмотри в оба. Вон. Гранатомет. Такой, как у тебя был, твой коллега, между прочим. Хорошо, что не выехали. Сейчас бы нас... А нас быстро бы. Проверяю всяких крыс. Ну все, теперь надо только поднять эту фигню. А где нам высадиться? Или нам не сюда? Ладно, не важно. Давай туда. Может сюда? Нет, кажется, все. А куда нам-то хоть? А куда нам надо-то? Да я понял, что туда. А, стрелять по весам. По вот этим? Да не, я в жизни не знаю. Да ну какие веса, вы что? Откуда я знаю, что там у вас торчит вверху? Я еще искал рычаг другой. Так, минуту, мы приехали. Ну даю. Доберись до башни. Встретимся в здании таможни. Конечно, я же знаю, где здание таможни там. Каждый день бываю. Вот тут хорошо меня высадил. Спасибо вам.
мать! Я что, убил твоего брата? Слушай, он меня сейчас убьет. Так. Все, выходи, не бойся. Так, нормально. Бери на калибр 9. Дробовик не стоит. Опять взял, ну нормально. Подержал калибр 9 чуть-чуть, и хорошо. Нам туда? Не думаю. Нет, все-таки туда. Я любуюсь пейзажами. Я им... А, здрасте. А, не отсюда. Откуда? Ого, да с такой дали меня прошибли, да? Ничего себе там. Неплохо, смотри, сколько их там бегает. Я думал, это лужа какая-то просто. А там люди живут, оказывается. Порядок. Порядок? Я кого-то убил? Ну ладно, порядок так порядок. Все, теперь можно взять калибр 9. Пошли. Замечательно. Так я не могу стрелять, пока плыву, знаете? Так, годится. Ты чё, блин, подскользнулся, что ли? Ё-моё. Хьюстон, у нас проблема. Куда ты бросаешь, что ли, всю фигню? Беги. Прекрасно. Замечательно. Выкурили, спасибо. Я ухожу, мне не нравится у вас. Быстрее, там в воде уже гранаты. Спокойно. Что будем делать? Это же ужас какой-то. Присядь. Черт. Что ты делаешь? Куда? Что? Кто это метает? Ну, прикройся. Там же ужас какой-то. Выплыл. Ладно, давай. Тут можно, конечно, долго сидеть. А что, нет других вариантов пройти? Наверное, нет, да? Сейчас я вам покажу. Почему нельзя плыть и стрелять? Вот этот вопрос непонятен, малость. Годится. Тут, правда, не мешают всякие лианы. Высунь голову, пожалуйста. Остановить его! Больше... Больше, конечно... Больше, конечно, вот этот молодой человек меня раздражал. Но если я выживу, я вернусь. Я вернулся. Я поплавал и вернулся. Ты утонул? А, ты завис. Наконец-то. Все? Все. Ну как все? Еще не все, но неплохо. Так, давай мне вот это оружие. Хотя лучше, наверное, свой пистолет. Он как-то мне больше нравится, реально. Вернул гранаты. Давай, вперед. Тут что? Калаш. Еще что-то высветилось. Ладно, а вот теперь мне УЗИК больше нравится. Это калаш. Стой. Ладно, не трогай. Это 9 калибр. Так, а это что? Ой, люблю вот этот револьвер. Но он так редко попадается, что просто ужас. Так, тут ничего надо сломать, разбить. Мне туда надо попасть. Там, кстати, кто-то... Автомат там сияет. Ладно, давай сюда. Нет, не сюда. Сюда. Нет, не туда. Вижу. Пошли. Не нужен мне ваш совет. Я так вижу, куда мне идти. Тоже мне советчики тут нашлись.
Когда весы надо будет разломать, тогда советуйте. А тут не надо мне здесь подсказывать. А этот балкончик выглядит, как будто там сокровище есть. Так, там что-то мигает, но, по-моему, это оружие. Ладно, давай. Угу. Я вижу оружие. Это чревато, что здесь враги. И как только я спрыгну, они сразу же на меня нападут. Это циркач? Ох ты! Ничего себе, выдержал выстрел. Еще два. Один промазал, конечно. Тот дал, конечно, маху, да. Три гранаты у меня еще есть, спокойно. Ты что, нормальный, что ли? Я оглох! Меня контузило! Все, у меня ничего больше нет. А как так его убил? Красиво. Подожди, чем они... А, ты думаешь... Что оно мне вот это в ушах звенит? А это у меня гранатомет палит возле меня постоянно. Собака ж. Ну просто невыносимая собака. Наконец-то. Так, ну это не годится. Это законтузивы. Законтузивы ответите. И что теперь? Что теперь? Дадим. Где эта собака? Звенит все. Годится. Годится. Там новый родился. Один ушел, следующий родился. Не-не-не. Ой-ой-ой. Да что ж вы делаете-то? Куда ж вы прете? У меня ж оружия-то нет. А ну давай ему. Ой, метнул так метнул. Да сколько было в школе заметания гранат? Как и по стрельбе я вижу. Да, Нейтан? Ой. Сейчас, пойдем. А теперь можно. Я скоро буду в рукопашку идти, я чувствую. Я не буду. Все нормально. Стабилизировалась ситуация. Кто там еще? Ну, давай, ладно, выходи. Какая собака там паляет? Кто собаке дал автомат? Ну, давай, давай. Получил под ребро. Ой, там еще кто-то подскользнулся. Да что ж вы такие неаккуратные-то? Зашибетесь-то? Или ты меня решил удивить просто? Блин, они идут и идут. Да что ж это такое? Так, я пошел, я тут умираю. Ой, револьвер. А я думаю, кто-то такой был грозный. Подожди, подожди. Подожди, у меня истерика, давай тут спрячемся. Все, я отдохнул, пошли. Приступ паники прошел, да. Ой, кабанчик. Ой. Слышите? Я на тебя потратил всю свою молодость. Два выстрела. Он не умирает с одного удара. Это что такое? За с одного выстрела мне. Вот этот хорош. Ладно, еще один есть. Кому? Давайте, безликие существа. Есть шанс умереть от отличного выстрела. Ох. О, все. Ну, теперь свободно. Так, где тут у вас 9 маме? Это у нас что? Не 9 маме, но тоже ничего. Все есть. Это что? А, это мое. Ладно, пусть так будет. Автоматически я просто в истерике. Хорошо, когда ты начинаешь во все стороны стрелять, и в итоге попадешь куда-нибудь. Так, гранаты. Это здорово. Мне кажется, что это вот эта вот местность очень сильно напоминает локацию предыдущей серии. Там, где мы были в крепости. Я бы сказал...
очень сильно напоминает. Так, это гранатами вот на 3 выстрела. Я не буду. Я не буду. Он, конечно, хорош, но нет. То сейчас двери закроют за мной, и я останусь без оружия, чувствую. Ну, оно мне нужно? Нет. Огонь на поражение! Ответьте, читавец. О, ты алкаш откуда? Ты что, за мной что ли шел? Алкаш, а ты откуда тут взялся? Ну реально. А, ты отсюда уж. На вахте сидел. Он здесь! Да здесь я, да, привет. Все, годится. И куда это я забрел? Еще к одному вахтеру вот сюда, наверное. Смотри, упадешь, зашибешься. Ну, почти получилось, да. А это не надо расшатывать, нет? Мне на второй этаж нужно. Вот это можно за это схватиться? Ну. А за что тут схватиться-то можно? А! Даже так. Если бы я не упал и на рычаг бы не попал бы, то я не знаю. Просто упал, головой ударился, о, рычаг. О, переключил. Так, ну ладно. Сейчас тут опять кто-то вылезет. Я буду готов встретить врага. Это, наверное, разбиваемое. Нет? Нет, не разбивай. Да тут целая система квестов. Да вы что? Подожди, а это не разбивай? Нет, не разбиваемая. Давай. Вот мне интересно, бандиты, которые здесь сидят, они тоже вот как я вот так вот лазают, да? Вот просто интересно. Вот чтобы, да, выйти там с крепости, не вот это вот проделывать то же, что и я. А что я сейчас сделал? Я не знаю, что я именно сюда пошел. Наверное, что-то я тут заметил. А что тут заметил? Смог точно так же. О, как-то не умер. Нет, все-таки сначала туда, а потом обратно. Ты уже перевыполнил план. Так, сюда. Выше нет? Не, выше. Выше потолок. Еще один. Еще один. Давай. Да, вот теперь проделываем. А что это нам даст? Поднимаемся. А вот теперь обратно пошел. То, что ты делал до этого, только теперь обратно то точно так же. Так оно сейчас по закону подлости не получится, как у меня получилось с первого раза. Вот тут перепрыгнуть. Сейчас же начнется там. Шнурок развязался. Вот пока вышло, а тут... Нет, получилось. Нет, ну все хорошо, конечно. Что нам делать с... Ну ладно. Ну ладно, это тоже вариант, в принципе, ничего. Спасибо, что сохранили меня здесь. Где это? Подождите. Нет, правильно. Нет, подожди. Это ж я еще не тронул. Да, не тронул. Давай. Ну, бывает у нас легкие приступы суицида. Но они проходят, видите? Вот он сейчас еще нервничает. Что ты делаешь? Вот скажи мне, вот что ты делаешь? Вот. Нет, я, правда, и там не особо понял. Опять он нервничает. Я и там особо не особо понял. Особо не особо. Ну, достанем мы до цепи, а потом что?
Держись. Держись. Хорошо. Ну вот нам туда как-то надо попрыгнуть. А тут он что-то не прыгает ни хрена. Вот я что-то не понял здесь. Вот тут я реально не понял. Он не прыгает, у него не хватает мощи это сделать. Подожди, может вот тут надо оставить это все дело? Так а что дальше выглядит? А, я не могу оставить по центру. Короче, тут выбора-то особо и нет. Там, короче, просто надо... Ну вот видите, что происходит, да? Ну, надо прыгнуть именно в нужную секунду, в нужном месте. Если ты прыгнешь где-то не там, то прыжок не получается. И он прыгает куда угодно это смерть. Вот тут, вот видите, вот тут я точку нахожу и хорошо отталкиваюсь. А вот там вот что-то меня совсем не прет. Не пойму почему. Что ты делаешь вообще? Что ты творишь? Нейтан. Во, точку нашел. Нашел, а что дальше? Сюда что ли? Да. О, я залез. Подожди, там враги. Быстрей. Я ж чувствовал. Да я еле сюда залез, ты тут приперся еще. Теперь ты давай попробуй залезть обратно. Вот ощути тоже, что и я. Я увидел их тень просто. И вот если ты прыгаешь не с той точки, то ты летишь вниз. И как бы ты хорошо не нажимал на кнопку, ты все равно летишь вниз. Все, по-моему, я вышел. И я счастлив. О, вот это самая веревочка, которую Елена увидела, да? Ох, напороться можно было сейчас на бревнышко. Прям животом. Хей, Нейт, пусти меня. Это еще кто? Не знаете, Елена? Надо вооружиться, вдруг это не Елена. На, 45 лучше. Да впускаю, впускаю, не кричи, только сейчас сокровище возьму. Неучтеночка наша будет. Золотая брошь. О, так бы Елена отжала у меня бы потом 50% бы сказала. А так я раз, в трусы спрятал и все. Ладно, заходи. Сейчас я убью Елену с той стороны. Ладно, хватит, хватит уже. Отойди! Привет. Ладно, давай поищем путь к гавани. Надеюсь, лодка еще там. Таможня! Десяточка. Пошли. Десятая глава. Идем. Тут много врагов, предупреждаю. Они все друг на друга похожи, возможно, они братья. Я не проверял. Всего три вида. Их. Но некоторые из них очень упитанные. Вау. Это старые грузовые описи. Ого. Они хорошо сохранились. Оу, сейчас мы поедем. Эй, смотри-ка. Еще в одну башню надо. Вроде похоже. Эсперанса отплыла из порта Кальяо в Перу. На борту 800 слитков золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски, украшения. Ого, читаешь староиспанский как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Я золотые просто бред несу, Дэвись. Вес 20 ароб. Больше 500 фунтов. Это она. Ух ты. Точно. Мы его распилим, ее вернее. Да, выглядит жутковато. Ха, больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? О, ну да, можно и так сказать. А я-то думала, ты из тех, у кого подивиться в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Фрэнсиса Дрейка. Я его вроде как унаследовал. Сик парвис магна. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за числа сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно.
Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать. Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо мы увидим только на бумаге. Чуть кольцо не сперли. Эти всякие журналисты. Терла его, терла. Потом кольца пропадают. После всяких трений. Так, ну пошли. Эльдорадо мы не найдем. Но зато нашли какую-то бумажку. О боже мой. Вон он где. О, ё-моё. Это один из упитанных. Осторожно, Елена. И здесь еще вороны есть, которые глухие. Они не слышат выстрелов. Всего... О, это ты. Я чуть тебя не застрелил. Здрасте. Опа. Кто стреляет вообще? Что за... Вот уроды. Кто палит? Вот гады. А, вижу. Нашел психопата. Отлично. Ворона, это ж мы попугая встретили, чайку видели и ворону. Обалдеть, живность на острове. Все, бегим. Так, мы, по-моему, справа кто-то бьет, да. Так, да, меня ранили. Елена, у вас там гранатомет вообще-то был. Обалденный был гранатомет, а вы стреляете не пойми с чего. Кто там опять? Сверху он стоит. Все готово. Да что ж такое? Это ты, Елена, что ли? Че я взял? Я его остановлю. Мне опять все звенит, свистит. Все? Да вряд ли все. Подожди. Да, это будет лучше, чем ноль. Подожди, тут еще что-то было. Это мой. Блин, это три. Стоять. Чуть текстуры не ушли. Серебряная ременная пряжка. Надеюсь, Елена ее тоже не видела. Делиться не придется. Иди сюда. Ну, давай! Иди сюда, панамочник. Гадец. Что это такое? Дробовик и две гранаты, да? А, гранат у меня четыре. Плохо я залез. Ладно, давай. Гранатомет-то, конечно, хорошо. Тут еще есть, кстати, кое-чего. Кстати, что тут у нас? Блин. Ладно, давай не будем его брать, а то сейчас останемся вообще без патронов. А у меня всего три выстрела гранатомета. Тё, Елена, давай на выход. На выход, говорю, на выход. Да, хорошо, что не взял. После катсцены с тремя выстрелами а вот остаться. Нет. Упустили мы свой шанс. Нет, вон она. На той стороне гавани. Ладно, пошли. Пройдем еще раз это же. Давай ты сам заберешь лодку и потом за мной заскочишь. Да, какая хитрая. Ладно, чего задумала? Ничего. Я просто хочу, ну, еще поснимать. Тоже подворовываешь от меня что-то? Да не бойся. Ну, хорошо. Тоже неущенку какую-то прячет. Считаю, убедила. Да, чувствую, нас обнесут полностью. Че тут снимаешь, птичек? Не спеши меня, пожалуйста, тут. Снимает тут что-то. Ну, когда мне идти, если, да? Ладно. Подожди, тут еще что-то есть. А, все, ладно. Я думал, еще какое-то оружие здесь валяется. Ну, пошли. Я прям вижу полигон. Давай, наверное, так.
полигон бандитов. Ой. А Елена знала, что... Елена знала, что туда не надо было соваться. Я нажимаю вообще. А, думаю, сейчас этот дурачок сдохнет. Карта у меня. Что искать, примерно знаю. Давай, наверное, побыстрей. Ой, гранатомет. Да ладно, вы меня не поймаете. Ну все, сейчас я с вами разберусь. И мне туда надо, а там, по-моему, проблема. Дверь откройся, Сезам, давай. Спасибо, Сезам. Воу, помогли мне там. Взрывной волной меня подкинули. Спасибо, друзья. Знал, что на вас можно положиться. Так, заходи, а то закроется. В ловушке. Стоп, это не люди эти? Да это просто не люди. На вертолете летают. Тут очень много оружия. Это, знаете что? Это ловушка. Нам так и написали-то, по идее. Снайперская винтовка. Да вы шутите. Иди, кабанчик. Иди, кабанчик. Сколько? 4 выстрела? Мало. Мало, конечно, да. Снайпер. Что там? В ногу бей. Хорош. Подожди, вижу. Ой, красота. Наконец-то хоть оружие дали третий вид. А то автомат, дробовик. Черт. Зря ты это сделал. Все нормально. Все, закончилось. Радость. Ладно, еще есть гранатомет, конечно, но он всего 3 выстрела, он неэффективен. Кто там хочет получить от меня свинца? Привет, голубки. Можно вас так называть? Ай, блин, это что такое? М4? Вы что, с ума сошли? Они вообще с ума сошли. Как можно давать столько видов оружия? Что, нормально, что ли? Ничего себе бьет. А, можно здесь, слышите? Можно определить, куда ты хочешь забросить. Ой, как красиво. Подожди. Кто еще хочет? Нельзя его упустить. Почему нельзя меня упустить? Почему нельзя меня упустить? Расскажи мне. Да. О, как ты метнул-то. Нет, у тебя все-таки все в порядке было с метанием гранат, я думаю, в школе, да? Так, а ну метни... А ну давай по-фантастическому как-нибудь. Вот так это. Чё там у нас? 2 гранаты осталось, значит, наверное, не распыляться. То сейчас зажмут и останусь вообще без гранат. Привет. Ух ты, ё-моё! Вы слышали этот звук? Нет, ты что? Это здесь, себе, подожди, ну меж. Ай. Годится. А ну да, еще с ним постреляю, но это же просто произведение искусства. Привет. Он выжил. Ох, снес голову просто. Давно надо было дать это. Кто? Вы поняли, да? Что я могу и так. Если надо. Ой, блин, кто-то бьет. Кто-то бьет. Откуда? Вот скотина. А, они у нас это. Они у нас с воздуха уже приходят. Тихо. Да. Не добьете.
Ай, мне страшно. Иди сюда. Это ты, Металл? Так, верните мой калаш, у меня патроны заканчиваются. С калашом это вряд ли произойдет. О, револьвер. Ой, класс вообще. Граната. Так, это пока не трогай. Это я разломал здесь все. Потому что на меня повесят же. Опять же еще граната. Нормально набрал. Столько оружия дали, как будто этот... Ну и, в принципе, с армией сразился-то на самом деле идет. Их было очень много. Они даже с воздуха летели. С неба падали, видели? То это чирикает так противно. Тут, типа, надо было сюда забежать и здесь дать им бой, да? Угу. А тут оно что? Уже не лезет. Побежали-то на время уж все. Кто у нас тут? Что у нас здесь? Не знаю. Может, лучше не отцепляться? Нет другого выбора. О, лодка! Хо-хо, я дошел. Ну, ты еще не радуйся. Ну, если что, я готов дать отпор. Я готов дать отпор, кто бы тут ни был бы. Они пожалеют об этом. Загружайте все на лодку. Брось гранату и все, вопрос решен. Нет бандитов. А ты как здесь оказалась? Ты должен это увидеть. Слушай, ну ты и нашла время. Как ты прошла, если все закрыто? Стой, все развалилось, Рейд, балкон что упал. Ты должен увидеть. Я не люблю мультики. Смотри. Ладно. Что? И... Привет. Салливан жив. Салли! Скотина подстроил свою смерть. Да знаю, это же... Рид. А ты... Тайна века. Ты ему вообще доверяешь? Его не ведут под дулом пистолета. Да вижу я. Я так и думал, что его не убили. Ну да, это странно. Вот это поворотище. Как я теперь спать буду ночью? В общем, после таких событий информации. Салли, конечно, не безгрешен, но он не предатель. Куда они полетели? Он не предатель, он просто бессмертный. На он север горец. Ходи. Да, в сторону гор. Да, ясно. Горец, я же говорю. Значит, в монастырь. Идем. А если он правда работает на них? Либо спасем его, либо вломим ему. Это два варианта. Хотя, знаешь, я и так ему вломлю. Да, ломим мы ему. Его пули не берут. Да что ж такое? Эта фраза вон они уже, знаете? Шо вон все? Вон они. Так, тут что-то должно быть по-любому. Какое-то сокровище должны были оставить. Ну как это? А как мы отсюда уплывем, если это была последняя лодка? Елен. Я понимаю, что ты можешь перемещаться через стены, сквозь стены, и тебе не преграда вообще ничто. Но я думаю, это тоже для нас будет большой проблемой. Вон они. Хорош. Попаду, нет? Попаду. Три. Здрасте. Хорошая была у вас кепка. Это у нас что? Гранатомет? Безумцы. Интересное место. Сокровище.
Золотая испанская монета. Елена не видела, все, взял. Охотник за сокровищем, еще и приз мне нарисовали. Ну что, перейдем, наверное, на нормальный пистолет. Класс. Все-таки то, что нужно. 3-4, там мне один выстрел, конечно, остался. Ох, я люблю эти мостики, вот эти вот, симпатичные. Елена, ты первая? Просто после меня может мостика не быть. Вот. Бежать нельзя, видите? Ни в коем случае. Как зачем такое могло зачем мы вдвоем сюда заперлись на этот мостик? Видишь подпалины? Ага. Кто-то заложил здесь пороховой заряд и разнес все на куски. Вдвоем зачем лучше заперлись? Смотри под ноги. Некоторые доски совсем трухлявые. Самый толстый и провалился. Елена, я не удержу. Дай вторую руку. А у нее камера во второй руке. Черт! Нет, а что ж такое-то? Все. Неуязвимость Елены теперь закончилась. Смысла жизни больше нет. Через стены проходить не сможет. Ничего. Зараза. Ничего. Давай. Пойдем. Карьера закончилась. А. Ну, пойдем дальше. Я же говорил, не надо лезть вдвоем сюда. Ну, вот они. Давайте. Что-то нет фразы этой. Ну что, тут одни остались. Отлично, серебряная чаша. Превосходно. Пойдем, беспризорник Елена. Теперь ты без камеры, как без рук. Может, тебе стрелять хоть будешь лучше. Это я что? Это я здесь. Елена? Нормально. А нам куда? Тут два прохода. Давай сюда посмотрим. Мне кажется, тут сокровище где-то прячет. Тут можно отлично умереть, если что. Ну, кстати, какой-то обход был. Тоже какие-то выступы. Идем, идем, идем. Сейчас мы с тобой в джунглях окажемся, наконец. Тут эти все храмы. А, я думал, это Елена. Прости. Я его застрелил. А это кто? Ты, Елена? Я же говорю, камера не стала, стрелять начал. Начала. Только просто так, конечно, стреляет. И вечные патроны. Меня радует, конечно. Мы убили его, нет? Мы убили. Предупреждаю, у меня револьвер. Предупреждаю, у меня револьвер. Давай подниматься. Нам в монастырь надо ехать. Стоит, что-то тут увидел. Золотой куати. Слушайте, пошли сокровища. Золотые. Чаще, чем серебряные. Здорово, мужик. У меня еще 5 выстрелов. Уйди отсюда. Да что ж, вон они. Вон они. Вон они. 20 убийств, револьвер. Вверх по реке, 12. О, опять сейчас будем плавать. Река выведет нас прямо к монастырю. Там что-то взорвалось. Что там взорвалось-то? Ладно.
Ну давай, Елена, доставай свой бесконечный гранатомет. Он нам сейчас пригодится. У нее пистолет, да что ж такое? Черная полоса Елены просто. Нам налево, направо. Наверное, сюда. Почему будем с твоей этой куколкой делать? Боже, гранатомет. Да, я, наверное, не сюда. Ну, ладно. Разворачивайся. А нормально развернуться? Понял. Мы ж не можем погибнуть, да, я так понимаю? Или можем? Или с Нейтаном мы можем все, да? Ох, скорость-то какая. Ничего себе, нас тут катают. Осторожно, попугаи. Против течения нормально идем. Все. Внимание, там бочка. Некоторые из них очень опасны, Елена. Старайся постреливать почаще. Ладно, обойдем. Чем мы с вами не обойдем бочку какую-то несчастную? А сейчас нас тут прибьют, да. Покупаться можно. Вперед. Ой, хорошо, спасибо, выступ. Не дал погибнуть. Блин. Нормально. На этом не нервируйся. Ты меня не нервируй, давай выпрыгивай. Хорошо. Давай сюда. Ни хрена себе, что, с двух ударов? Снайперка, что ли? Что это такое? Что, реально снайперка? Снайперская винтовка, наверное. А как так можно было меня снять с такой дали? Давай попробуем проехать быстро. Нет, у него автоматы. Здесь просто лучше не стоять, да. Стрельба противопоказана. Да стреляйте в эту бочку наконец! Хорошо. Я тут советую выпрыгивать, но что-то не получилось. А, блин. Короче, не задерживайся. Паузу делать нельзя. Если надумал ехать, едь до конца. На победу, давай. Все, наплевать. Ну, кроме... Да стреляйте в эту бочку, наконец! Хорошо. Давай. Их бесполезно отстреливать. Они крутые. Ай, попали. Что-то меня носят после попадания в меня. А неплохо мы, да? По горной реке это против течения. Чего-чего, но такого я, наверное, нигде не делал против течения-то. На бронированном-то плавательном средстве. Ё-моё! Чё ж делать-то, люди добрые, там гранатомёт. Там гранатомёт у кого-то. А там бочка, походу. Давай, мы выживем. Мы выживем, держись. Главное на бочку не попасть, она внезапно выплывает с той стороны. Её не видно в воде даже было. И тут может быть, конечно. Ну даем, конечно, с Еленой. Осторожно. Нас не напугать. Не знаю, как я выжил. А, тут подъема нет.
Давай еще раз попробуем. Тихо. Тихо. Нас преследует бочка. Нормально. Могло быть и хуже. Я не знаю, откуда они стреляют. А, вон откуда-то. Откуда-то оттуда. Давай, пробуй. Тут не проехать. Ой, красиво. Юлин, молодец, слушайте. В глаз. Ну тут надо ехать быстро. Да, только бочка нам все помешала. Нам бочка все карты перепутала. Так, наплевать. Давай. Наплевать, говорю. Как они стреляют, там же угол обзора вообще нули. А, мне сюда, наверное. Я выплыл, конечно. Не знаю как, но выплыл. Они продолжают бить через скалы. Но почему бы и нет, в принципе, это. В 2007 можно было все. Нам сюда? Вряд ли. Угол обзора просто нереальный. Как они попадают, это нереально просто. Но мы выжили. Мы выжили. Вот тут уже паркуемся, да. Невероятно, но мы доехали. Нормально? Ладно. Пойдем выясним, что тут происходит. Награду какую-то дали. Святилище. Ладно, пойдем выясним, что тут происходит. Что, опять храм, что ли? Тут декораций других не будет, кроме разрушенных стен? Походу, нет. Вот они! Ну, давайте. Вот они! Что, великан живет, что ли? Вот они! Вот они. Скотина. Мне надо подлечиться. Сколько у меня патронов? Класс. Ну, 40 нормально. Вот они. А это я куда иду? Не знаю. Куда-то иду. Маневр, конечно, неплохой был. Елена на такие глупости не подписывается. Ну, правильно делать. Кто-то должен быть среди нас умным. А это что такое? Интересно. Я хочу попробовать что-то такое. А, вот что это такое. Золотая черепаха, как-никак. Не попробуешь, не узнаешь. Тут, я думаю, много всяких там выступов. Потому что мы только 20 из 60 нашли. Я не знаю, насколько длинна эта игра. Но где-то мы экватор, я думаю, уже преодолели. Потому что третья крепость подряд. Но эта крепость хоть не крепость. Это хотя бы с джунглями вместе перемешанное уже интереснее. Вот они! Где тут? Давай. О, Елена уже пошла. Видать там сокровища. Ступени все разрушены. Что-то не перестал бежать. А то налетим прямо на кого-то из них. Да брось, эти клоуны нас теперь в жизни не дадут. О, боже мой. Какой кошмар. Как жаль, что камер нет. Так, значит... Я думал, как жаль, что они погибли. Испанцы доставили тут ловушек для защиты золота? Это не испанцы сделали. Ты посмотри на эти шипы. Так, я что-то не поняла. Это наш самолет.
Подожди, это какая-то бессмыслица. Зачем расставлять на острове ловушки, если тут полным-полно их же людей? Незачем. Тут была какая-то тварь. Ох, серьезно? Тварь. В игре есть тварь? Ты думаешь, что... Ты слышишь? Что слышу? Ничего. Абсолютно ничего. За нами следят. Что? Чё так решил? Хотя, знаешь, нет, мне показалось. Ну, я так тоже думаю. Только давай уйдем отсюда, пока не вернулся тот, кто это выживал. Ладно. Типа никто не жевал, он в ловушку попал. Плохой знак. Так может мы его спасем? В кустах что-то должно быть интересное. Даже что-то лежит. Беретта 92 FS. Ну вы меня просто удивляете. С новыми видами оружия просто взял в кустах и нашел. Не, ну это будет круто. Я думаю, мы им пока 59 выстрелов. Я его вижу. Вот они. Это кто, военные, что ли? Кто военные? Военные пошли. Все, шалопаи уже все, исчезли. Не высовывайся, у них лазерные прицелы. И что? Зря ты связался, я его спецназ вообще-то. Это берет у него. Desert Eagle. Берегись. Да, да нас не тронут, по идее. Их же ж не зацепило, и нас не зацепит. Сейчас мы побросаемся, как в детстве. Ну что, зацепили хоть кого-нибудь? Да нифига. Снял. Снял. Военный этот, слушайте. Конец. Блин, мне берет это нравится. Тут еще какой-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ты можешь спрятаться, Елена? Елена! Спокойно. Офигенская просто по. Не, она мне мешает, малость. Сейчас я его. Сейчас я его сниму, подождите. Уберите эти подсказки, пожалуйста, подальше куда-нибудь. Спасибо. А у меня ж такая хрень тоже есть. Вот если у него сейчас подниму ее, то у меня будет прицел. Раз Роман и Навара оставили своих псов у ворот, значит они где-то рядом. Подожди, а где прицел лазерный? А чё у меня такого нет? А чё лазерного прицела нет? Нормально, М4, да? Блин, билет хорош, конечно, но у меня убойнейший. А что у тебя за оружие, приятель? Ага, у тебя тоже он. Так где прицел-то? Или он дан только избранным? Нам туда? А здесь явно сокровищ. Нет? Еленуха, пошли. Сейчас нас будет стрелять часто-часто. Если уже здесь военные, то это уже все. А ты где, кстати? Елена? Ладно, догонишь, я думаю. Нам сюда. Понял. Слушаю. Салливану. Да, сэр. Салливан, важная шишка. На восточной стороне комплекса. Ничего себе. Я не знаю, зачем они его с собой притащили. Этому прощелыге нельзя верить. Ты меня не видишь. Как ты? Чё ты целишься?
А, Елена сдала, да, позицию? А, я не могу бросить. Что, ненормальный, что ли? Вот идиот же. Не, ну идиот. Держи. Там пулемет у кого-то ручной. Слышите, там пулемет реально ручной. О-хо-хо-хо-хо. Меня аж отбросило от экрана. От такого выстрела. Ну, Нейтана, понятно, он даже не пошевелился, но меня реально отбросило. Пулемет ручной у кого-то по звуку был. Ну что, я прыгаю, там что будет? Ё-моё. Блин. Со своими бронежилетами задолбали уже. Елена, молодец. Ух ты. Мне нравится этот пистолет. Надеюсь, его побольше будет давать. Это он? Да, это он. И у того еще был такой же. Прикольный. Что это выпало? Что это такое? Беретта? Нет, Беретта слабоват. Мы не возьмем людей в броне. А вот это ручной пулемет должен быть, нет? А, это наш М4. А звук такой, как... Я не знаю. Крутой звук. Где сокровище? Давно сокровищ не встречал. Че тут сияет? Нет, Беретта нам не подходит. Точно в кустах что-то. Вот он, родной наш. У меня их уже 10. Ну, давайте. Нейт, что-то мне здесь не очень нравится. Да, мне тоже. Да мне как тоже. Как видим Салливана, так сразу отсюда свалим. Да Салливан здесь босс мафии. Да тут места для снайперов. Смотри, какой классный этот ангел. Тут сейчас я чувствую на... Что это такое? Ого. Я не вижу, куда стреляю. Но, наверное, сейчас попаду в кого-то. Какой-то дурак пальму посадил не там, где... Зачем там пальму было засаживать туда? Теперь мне место менять надо. Где эта тварь? А, вон снайпер, сейчас я. Они как знают, что я буду его убивать. Наверное, знают. Так, присядь. Раз. Два. Три. Нормально. Я расчистил, Елена, ты там как? Хорош. 4 выстрела осталось. Ну это ж находка просто, а не пистолет, блин. А Елена там войну ведет. Ладно, помогу. Или нет? Так, подожди, за мной. За мной высота, поэтому. Поэтому высоту нельзя отдавать. Ни в коем случае. Попал. Воу-воу-воу-воу! Беги! Вот идиот аж кусок нафиг. Чё ты остановился-то? Как спрятаться-то? Чё, с нуля все начинать, что ли? Это ужас, конечно. Взял, остановился. Замер просто. Парализовало, что ли, или что? Так хорошо зачистил край. Но они с этой стороны не должны зайти. Я просто не ту сторону выбрал. Да на что ж такое? Ладно. А, это я так пригинаю. Понял. Я думаю, кто, что такое? А это пули в меня летят просто в грудь. Я думаю, что это какой-то дискомфорт какой-то вот. Я наконец-то присел. Я пытался это сделать давно. Мне снайперская винтовка очень нужна здесь, конечно. Ладно, давай с этого постреляем. Пистолет придержим на сближение. Блин, все равно приходится...
Все равно приходится идти на эту сторону, потому что... потому что вот так вот. Тяжело там находиться. Ну я пытался присесть. Так приседания здесь работают. Я пытался. Да. 4 выстрела осталось. Десять. У меня нечем отбиваться. Дробовик пойти взять, что ли? Блин. Что за идиотское прицеливание, не могу понять. Выглядывает из-за угла с другой стороны, не переключить нифига. И что теперь? Да отцепись от этого ящика. Жесть вообще какой-то. К ящику прилип. Что ложись? Что ложись? Здрасте. Ну так будет с каждым, понял меня? Так, ну это на сближение, это на дальние выстрелы. Этот задолбал уже всех. Порядок. Что порядок? Он еще пришел один. Да спрячься ты, ёж-моёж. Отошел. Елена, ты где? Вижу. Куда стреляешь? Покажи мне, где они находятся. Покажи мне, как я их порву. Я не вижу врагов. Елена видит, я нет. Ага. Сейчас я сменю руку. Ну и все. Ладно. Все, Элен. Иди. Во. Это мне пригодится. Да, наверное. И сюда, я тебя вижу, урод. Я его вижу. Я тебя вижу. Все, расстреляли. А что за дверь? Не, идите нафиг со своими советами. Это подсказки такими не нравятся, которые сразу появляются. Может, конечно, где-то в настройках можно отключить. Но я хочу еще побегать и что-то сам подумать. Я хочу посмотреть, что мы тут настреляли. Во. До 100% много сокровищ всяких. Нет, дробовик нам не нужен. Два юж дивизии. Я думал, все уже. А теперь все. Я думал, Елена всех уже добила. Своими мини-выстрелами. Ладно, пошли наверх. Тут все, походу. Кстати, можно было еще сюда. Но здесь нам не рады. Ну ладно. И теперь куда? Сюда. А теперь сюда. Я тебе сейчас дам совет со своими советами. Давай. Мы куда-то вошли. С
судя по всему, правильно идем. Так, держи оружие наготове. Нам тут... Нам туда. Но тут могут быть сокровища. Так, туда пошли. Главное, на растяжку не попасть, то я могу. Нашел. Серебряный крест, да тут еще и с камнями. Это, кстати, надо взорвать, по-моему. Да, Елена? Заходи. Молодец. Они со своими советами. Я молодец и так. Что это такое? Что за звуки? Нет, не надо. Мне нравится вот это. Давай. Я подержу, пока ты не откроешь ворота. Кого-то подержишь. Кого ты подержишь, если ты сама открываешь ворота? Готов? Да, опускай. Нет. Да, нет, ну такого поворота я не мог себе представить, что он возьмет и выдержит эти ворота. Я думал, он сейчас это, в блин превратится. Блин, сколько тут... В блин. Смотрите, сколько тут этого... Оружия. Представляете, какая тут масштабная операция будет? Я уже представляю. О, боже. Снайпер. Ну да, теперь я понимаю, откуда в Last of Us взялся снайпер. Да? Вы тоже понимаете? И я теперь понимаю. Как нам снайпера снять, который с одного выстрела убивает? Ага. Сняли, нет? По-моему, да. Нет, не сняли. Не, да. Не, понимаю, у меня снайперка здесь лежит рядом, но... Мне что, патроны тоже надо куда-то девать? Да. Все, нам конец. Снайперскую возьми обратно. Что вас... Выкурили меня. Да блин! Сломали мою защиту. Твою ж дивизию, паника. Снары выгнали хомяка. Беги. Беги, хомяк, конец тебе. Да все, конец там тут. Да. Я просто самурай. Да, здесь надо... Здесь надо хватать снайперскую винтовку и снимать их, пока нигде не подошли. Боже! Все. И того снимать надо срочно. Второй где? Вижу. Он быстрее. Он быстрее оказался, блин. Он намного проворнее, чем я. Угу. Теперь обратно. Держим его на прицеле. Все. Теперь главное, чтобы они нас не окружили, как это произошло. У них гранаты. Сдолбался своими гранатами. Урод. Опять нас загоняют. Ты его убила, что ли? Мы тебя домой по частям стреляем! Годец. Сколько у меня еще выстрелов? Кто-то подскользнулся, как обычно. Прикройте его! Все.
Дерьмо. Тут никто не стреляет, хоть нет. Отличный угол. Как для хомяка. Елена, держи там оборону. У меня, правда, нечем уже отстреливаться, а так все хорошо, конечно. А так у меня в жизни все хорошо. 7 выстрелов осталось. Я не знаю, как там она держит оборону. Блин, я их даже не вижу. Ладно, пойду поближе. Ладно. Неплохо спрятался. Видно, профессионал. Какого хрена ты целишься в столб? Я так и не могу понять. Переключение не помогает в такой позиции. Годится. Прямо в зад. Так, мне нужно что, хоть что-нибудь. Хоть дробовик. Я всему уже рад. Мне дробовик неэффективен на таких расстояниях. А вот это хорошо. Сколько у меня выстрелов? 4. Нормально. Это неплохо. О, привет, подруга. Хорошо отвлекла. Ё-моё. У кого-то гранатомет. Не у кого-то, а вон там. Вот у него гранатомет. Так, не трать, если не видишь, куда стреляешь. Дерьмо. Я тебя вижу. Я тебя вижу, но ты... Бей его! Есть. Снял. Елена, снял. На 11 часов снял. Только нас опять... Да. О-оу. Ладно. О-оу, Елена, беги. Блин, опять у меня нет патронов. Да что ж за фигня-то такая? А, это дробовиком. На, тебе я так тоже могу. Дайте мне хоть что-нибудь-то подержать-то. Я знаю, куда идти, но... Ну ладно, 3 выстрела с дробовика. Ой, гранатомет-то, конечно, хорошо. Это мне пригодится. Нет, лучше уж 38 таких, чем таких. Так, граната есть. Тут у нас был кто? Дробовик и... И дробовик. Тут я как лев сражался. Ну, там, Елена сражалась как львица, конечно, а я как хомяк, но ничего. В итоге вышло ничего в сумме. Что вы мне пытаетесь показать? Я и так знаю, куда мне... А, это не подсказка. Это не подсказка. Это библиотека. Вон там. В парадную дверь ломиться не стоит. Давай осмотримся, поищем другой вход. Понятно. А я думал, это вы мне подсказки. Нет, это сюжетное посмотреть называется. Одни гранатометы. Люди с гранатометами пришли к нам. Ладно, пошли. Там единственный проход, так что будем обходить, да? Опять далековато будет, конечно. Сколько у меня 2 выстрела осталось. Блин, классный пистолет. Это у нас тут что-то есть. Серебряный Каати. Придется с Еленой поделить, она его видела. А, это просто вход сюда. Понятно. Я вас понял, все. А что там свет горит у вас в библиотеке? Древний. Что это за свет? Что это за электричество? Нет, через ход центральный, конечно же, ломиться не стоит. Они же не знают, что мы здесь. Мы зайдем сбоку. Она работала в маленьком баре на Филиппинах. Вы бы знали, какая у нее была сладкая улыбка. Да, господь свидетель, если Салли бы продолжает. Чужой постели, убила бы на месте. Крохотулька. Заливать. Просто 1.5 метра, не больше. Ее прозвали Волчком, потому что... Да она... заткнись ты, старый хрыч, мы про это уже 100 раз слушали.
Ну да, точно. Я повторяюсь. С памятью у меня теперь беда. Чего ты там так долго возишься? Может, ты не заметил, но эти книги наполовину гнилые. И они на испанском. Давай побыстрей. Не заставляй босса ждать. Эй, вон там! Да что ж вы вылезли-то в своих белых костюмах? Берегись. Берегусь. Чуть не попало нифига. Я чемпион. В укрытие. Боже мой, нет. Не такой ж ты крутой. Я хотел, как в боевиках. Но что-то не вышло. Да ладно, у вас не получится меня убить. Я вас сам всех убью. Ой. Я ничего не слышу. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Здесь очень неудобная позиция. Да. Елена, разберись с ним, я не могу. Ну что это за дела? Там, короче, снайпер сидит. Ладно, я пошел. Ладно, без меня разберетесь здесь. Ой, дезерт игл, что? 20 убить Desert Eagle. А, я думал дезертир. Я ж не убегал, я просто отошел в сторону. Дал Елене разобраться, в принципе. Эх, снайперов снять бы. Хорош, что ли? Привет. Сиди тихо, не двигайся. Патроны почти закончились. У меня остался один выстрел, я могу, конечно, его снять. Но это был последний выстрел. Ладно. Выходи. Сейчас выйду. Тебе конец. Это ж вы в меньшинстве. Я-то нет. Держите. Там как? Я ничего не слышу. Прячься, там снайпер. А мне нечем даже крыть 7 выстрелов. Все. Я все. А где тут граната? Где вы там нашли, интересно? Как же я буду с дробовика убивать снайпера, не знаете? Я нет. А вот так можно, да. Выползайте. Хорош. Вот теперь бы... Вот теперь бы мне его винтовочку. Хорош. Ну и ну. Как ему в голову, да? С воскрешением, ваш Салли. Для трупа ты отлично выглядишь. Все-таки взялся бы у тебя есть брат. Девчонку? Эй, если бы не она, тебя бы сейчас никто не спасал. А мы его спасаем? Это как понимать? Признай, Салли, все это подозрительно. Очень. Ага. Все-таки это ты их навел. А потом вдруг воскрес из мертвых. Так, стоп, одну минуточку. Роман за мной охотился. Мне нужно было выиграть время. Да, глупая ошибка. Не подумал, что не сядут нам на хвост. Салли, мы бы сейчас летели домой с сокровищем, если бы ты догадался хоть раз придержать свой язык. А ты мог бы проверить у меня пульс перед тем, как сбегать с моих похорон. Да меня стреляли как бы. Ладно, все это уже не важно. А как же это получилось, что ты тут стоишь весь такой живой? Вы просто не поверите. А? Да ладно! Тебя спас старина Фрэнсис. Ничего себе книжечка. Пулю даже выдержал. Но больно это было все равно, ты уже не поверишь. В общем, когда они поняли, что я живой, я убедил Романа, что без меня им сокровища не найти. С тех пор я с успехом одел их за нос и дожидался тебя. И где они теперь? Я отправил их на ту сторону монастыря, где они не найдут абсолютно ничего. Вот. Дрейк во всем разобрался. Таким символом испанцы помечали свои тайные хранилища. Сокровище спрятано прямо здесь, в этом монастыре. Найдем символ, найдем и хранилище.
У нас есть все, что нужно. Вот здесь. Все подсказки, ведущие к сокровищу. Мы его найдем. Хорошо. Но вот только на этот раз, ребята, не бросайте девушку одну, ладно? Даже не думай, Салли. У нее зверский хук справа. Я это учту. Вот команда в сборе. Искатели приключений и сокровищ. Что-то я понимаю. Нет, тут непростая комната. Я в этом уверен. И? Странные статуи. И что тут у нас? Ангел. Еще что-то, еще что-то. И еще что-то. Ладно, друзья, давайте на этой позитивной ноте мы с вами закончим. Команда снова в сборе. Игра мега-супер добрая. Даже никто не умирает у нас здесь. Даже когда пулю получает, он все равно выживает. Но это круто, конечно. И теперь осталось только найти сокровище. Жалко, у нас патронов практически уже нет. Надо собрать, оббежать, посмотреть, что тут имеется. Потом уже будем с вами вращать эти статуи. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедр Игровые Миры. До новых серий. Uncharted. Что-то у нас с Ларри не то. Голова у него дергается. Может, он все-таки зомбак? Может, его пристрелить? Смотрите, что с ним так... Он превращается! Ладно, надо быстрее заканчивать. Все, друзья, встретимся в следующей серии. Пока.